Вам, ребята, серединки начинать. А я скажу, я не первые ботинки без починки здесь нашел. Вот вы прибыли на место, весла в руки и воюй. А кому из вас известно, что такое сабантуй? Сабантуй? Какой-то праздник или что там сабантуй? Сабантуй бывает разный, а не знаешь, не толкуй. Вот под дождиком кромешным походи денечек пешку, раз дотопал, не горюй, это малый сабантуй. Отдышись, покушай плотно, спать ложись и в ус не дуй. Хуже, брат, как снегопадный, вдруг начнется сабантуй. Тот проймет тебя поглубже, по теплу ходи тоскуй. Но имей в виду, голубчик, это средний сабантуй. Сабантуй тебе наука, на погоду не быкуй. Но совсем иная штука, это главный сабантуй. Вот выходишь ты к порогу, глянул в пот тебя и в дрожь, вал стоит 15 метров. Прям 15. Ну, брат, врешь. А с чего мне врать, дружище, рассуди, чего тут врать? Ну чего ж 15 метров? Хорошо, пусть будет 5. Ха, 5 метров. Ну серьезно, не пугай, как старых баб. Ладно. Что там, 3, 4, повстречай ты 2 хотя бы. Но, ребята, я не гордый. Раз уж мы пошли гулять, так скажу, зачем в шестерку? Я согласен и на 5. Кстати, если вдруг в пороге ты увидишь сбойку струй, не забудь поправить каску, а то будет сабантуй. И скажу опять, ребята, если хочешь выбирать, в 6 ходить, конечно, круто. Для прогулки хватит 5. Вот представь, сезон окончен, хватит задницу мочить, вот устроили гусятник, как гусятнику не быть, все друзья набьются в гости, все ж гулянки на виду, где, куда, на гусятник непременно попадут. Я из фляжки, из заветной угощал бы всех вокруг, и на всякие вопросы отвечал бы я не вдруг. Как, мол, что? Бывало всяко. Трудно все же. Как когда? Много раз ходил в пороги. Да, случалось. Иногда.
И шутил бы я со всеми, и была бы там одна. Ну и нафиг эта справка из шестерки мне нужна? Ждет девчонка, хоть не мучай слова взгляда твоего. Но позволь, ведь если справка, то ведь тоже ничего. Вот сидишь такой в турклубе, и девчонка самый цвет. Нет, скажу я вам, ребята. Ах, и вздохну. И снова нет. Нет, ребята, что шестерка? Раз уж мы пошли гулять, я ж сказал, что в малой группе я согласен и на пять.